канале ОТС «Время новостей». В студии Светлана Антимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Ради дороги к дельфинам под сруб попали редкие деревья в дендропарке. Кто строит и рушит одновременно? Компьютерные технологии вытесняют человека. Почему в Новосибирске сокращают работников архива? Лучших медсестер выбрали. Что должны уметь помощники врачей сегодня? Только уколы ставить уже недостаточно. Будущим руководителям муниципалитетов Новосибирской области придется сдавать экзамен на профпригодность. Это ноу-хау в законе о выборах в местное самоуправление должно еще на стадии подачи документов отсеять недостойных. Как принцип ЕГЭ работает на взрослых, расскажет Александр Куршев. Чтобы реализовать управленческие мечты, отныне мало красиво говорить и немного разбираться в экономических и политических вопросах. Теперь кандидатам в обязательном порядке нужно пройти правовые тесты, а затем персональное собеседование у конкурсной комиссии. Кандидаты на пост главы Бердска уже познакомились с нововведениями. Всюду альтернативность соблюдается, где-то по-разному. Например, в Довольном 6 кандидатов. Там где-то 3, Маслянина 5 кандидатов, где-то 3. Самый большой интерес кандидатов было, есть пока, похоже, еще работа только ведется. Это в городе Бердск, 15 кандидатов. В 11 районах области выборы уже состоялись. Губернатор отметил, новые руководители получили высокий уровень доверия. В оставшихся муниципальных образованиях, в том числе и Татарском районе, где глава досрочно сложил полномочия, тестирование кандидатов закончится не раньше 3 ноября. Моя всегда была оценка такова в данном случае, что здесь, конечно, возрастает в разы, возрастает ответственность самих депутатов. Только когда мы говорим, люди, вы сами разбирайтесь, кандидатов много, кого изберете, тот и будет ваш руководитель. Сегодня это делают от имени своих избирателей депутаты. Поэтому на них очень высокая ответственность. Не меньше ответственности возложено и на нового вице-губернатора Юрия Петухова. До четверга должность звучит в формулировке «исполняющие обязанности первого заместителя». После утверждения кандидатуры в Заксобрании приставки «ИО» не станет. Главная задача, которую глава региона ставит перед Петуховым – обеспечить ускоренный рост экономики. Александр Кожев, Николай Лещев и Дмитрий Злобин. Новости УТС. Незаконную дорогу в охраняемом природном объекте. Новосибирские общественники встали на защиту городского дендропарка. Они уверены, застройщик дельфинария наносит вред природе. Борис Киргинеков продолжит тему. О незаконном строительстве дороги к дельфинарию сообщили жители района. Рабочие повредили грунт и выкорчевали несколько десятков деревьев. Общественники пришли с проверкой и убедились, в дендрарии действительно ведут хозяйственные работы, а это запрещено. Любое строительство должно вестись здесь в особо щадящем режиме. Любые, собственно, вмешательства на эту территорию должны быть согласованы с людьми, которые, собственно, здесь ведут контроль, уход и сохранение этой территории. Техника к объекту подъезжает по центральной аллее. Причем разрешение на это застройщик не продлил. Параллельно начал возводить новую дорогу и опять не получил добро у муниципалитета. Поэтому представители департамента лесного хозяйства и решили вмешаться. Обнаружили вот эту вот незаконную рубку и снятие плодородного слоя. Сегодня материалы переданы в прокуратуру и в МВД по этому поводу. Сейчас проводится подсчет ущербов, оценивается вред, нанесенный природе. По предварительной оценке ущерб на миллионы рублей. Дельфинарий – проект коммерческий. Видимо, дорогу напрямик проводить было дешевле, чем в обход. Представители застройщика на встрече не присутствовали. Зато вышел поговорить с журналистами и депутатом Заксобрания Артемом Скатовым, директор Новосибирского зоопарка. А кто ты такой, чтобы указывать, где что ставит? Я вообще депутат. Вот кто, и я депутат. Да. Это Скатов. По ночам делает. Это точно говорю? Я вот здесь, я занимался. Здесь вот я могу сказать. Вот эту площадку Скатов ночью делал. Тем не менее, виновных определит прокуратура. За порчу природного объекта грозит уголовная ответственность и огромные штрафы. Борис Киргинеков, Алексей Погодин. Новости ОТС. Из ветхого в новое. До 2017 года в Новосибирской области новоселье должны отметить жители 800 проблемных домов, которые были признаны аварийными. Половина из жильцов уже переехали. На реализацию программы планируют потратить больше 7 миллиардов рублей, а новое жилье получит около 3000 семей.
из 800 домов мы на сегодняшний день 255 домов расселили в прошлом году. В этом году уже нарастающим итогом расселили 76, и до конца года расселяем еще 184 дома. Таким образом, на конец 2015 года мы расселим 439 домов. Ветхое жилье расселяет, но добиться того, чтобы старое здание признали ветхим, не так-то просто. Накануне новости ОТС уже рассказывали о домах в Первомайском районе Новосибирска, от которых отказалась управляющая компания. Сегодня история получила продолжение. Вода в подъезде стоит. Плохо это дело. Что, плохо, сейчас еще больше ее стоит. Она сейчас уже на улицу выходит из дома. Супруги Казанник, жители деревянного дома в Первомайском районе, впервые за 10 лет хождения по инстанциям нашли понимание своей проблемы. Все эти годы их жилье не признавали аварийным. Но сегодня глава района выносит вердикт. Дом необходимо расселять. Подготовим весь пакет документов для признания этого дома аварийным. Он один из самых плохих сегодня в районе. Есть еще дома? На оформление документов уйдет не меньше месяца. За это время жильцам пообещали найти новую управляющую компанию вместо Инской, которая от домов отказалась. Дома очень аварийные, ветхие, расселять их некуда, администрации тоже нету, потому что маневренный фонд уже в городе достаточно забит. Конкурс длился до 1 октября. То есть 1 октября мы уже решили принять решение о том, что мы заявляться на конкурс не будем. Но основная причина отказа от ветхих домов – долги жильцов. Сегодняшний долг, деньги не задолго, 51 850 рублей. Жильцы объясняют, платить просто не за что. Управляющая компания свои обязанности не выполняет. Накануне и представители Фемиды это подтвердили. По прибытию в суд мы явились, а ихнего представителя в суде не было. Суд перенесся на повторное слушание. Их представитель так и не явился, и по решению суда, судья им в иске отказал. История с этим зданием, скорее всего, разрешится благополучно. Но только в Первомайском районе на сегодняшний день около 60 домов требуют статуса аварийных. Алия Арзаева, Евгений Агеев, новости ОТС. Конфликт в стенах областного архива. Сотрудники не согласны с решением руководства о реорганизации. Кто потеряет и кто выиграет? Как изменятся зарплаты? Обо всем этом в сюжете Елены Щербаковой. 11 сотрудников областного архива попали под сокращение. С этого момента началось непонимание между руководством и подчиненными. У каждого своя правда. Сотрудники архива хотят сохранить работу, а вот руководство, наоборот, считает, современные реалии диктуют свои условия, и без изменений в кризис не выжить. Три отдела занимаются практически одной и той же задачей, и спросить не с кого. Вот пытаюсь, говорю, а кто, когда будет результат? И начинается, а это вот этот не сделал, это этот не сделал. Поэтому и здесь, если там объединение шло именно по направлениям, которые выполнялись, как говорится, ну, по задачам. Поэтому объединение, оно там, оно логичное. И такого специального какого-то вот именно сокращения, да, там просто идет оптимизация. Теперь вместо 13 отделов останется всего 5. Основные силы направят на электронный вариант в интернете. За последние несколько лет потрачено около 50 миллионов на оцифровку документов. Если раньше за это отвечали 3 отдела, то теперь будет один. Средний возраст работников архива по основной деятельности составляет 48 лет. Считаем необходимым провести работу по организации института наставничества, созданию кадрового резерва, обучение сотрудников на курсах повышения квалификации. Из 11 человек, попавших под сокращение, 7 – это руководители отделов. Им предложили остаться в областном архиве. Однако руководящих должностей на всех не хватит, а значит, у большинства зарплаты станут меньше. Предельная штатная численность государственного архива не изменилась. Она осталась 102 человека, такая, как и была. А вот средняя зарплата, наоборот, станет выше. Увеличится где-то на 15%. Пока сотрудникам и руководству взаимопонимание найти так и не удалось. Елена Щербакова, Александр Ведерников. Новости ОТС. Нужна вода? Раскошеливайтесь. Жители одного из поселков Тагучинского района уверяют, с них незаконно требуют деньги за реконструкцию центрального водопровода по программе «Чистая вода». Сколько стоят привычные блага цивилизации, попыталась выяснить Зинаида Миронова. У кого техника есть?
фляги, там какие-то емкости, и наверх поднимается, там берем. Ну, кто, у кого нету, вот ходят вот сюда, все дома. Ситуация с водой в Лекарственном сегодня более чем сложная. А еще две недели назад, вспоминает Александр, до начала реконструкции вода была и в домах, и в уличных колонках. Сейчас вот начали делать в сентябре у нас воду. На одной улице покопали, порвали, на другой покопали, порвали. Недоумение людей еще и в том, что реконструировать водопровод в селе начали с улицы, на которой была вода. Хотя это не единственная странность ремонта водопровода. Программа «Чистая вода» идет за счет населения. У нас, каким образом? Каким образом? У нас, значит, в программу не внесли колодцы, сколько нужно колодцев. Сделали 8 дополнительных колодцев, а их нужно было в раза 2 или 3 больше. Потому что люди сейчас заставляют людей ставить колодцы за свой счет. 20 тысяч колодцев. Сумму за установку колодца около дома всем называют разную. В сельской администрации факт платного подключения домов не отрицают. Дескать, таков проект реконструкции. Я еще говорила, когда, пожалуйста, денежки надо все равно каким-то образом оставлять на чистую воду. Потому что, да, проект такой, оплата только центрального водопровода. Пока глава сельсовета считает, что работы выполняют согласно проекту, недовольные жители пишут жалобу в департамент ЖКХ. По чистой воде все идет согласно графику ремонтной работы. Реконструкция водопровода. Сейчас они планово завершают центральную улицу, подключили социально значимый объект как котельную и как клуб, значит, и переходят на улицу Заречную. Однако местные этих продвижений не наблюдают. И у кого позволяет бюджет, проводят воду в дома за свой счет. У кого нет денег, надеются, что 30 октября вода в трубах появится. Зинаида Миронова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Поднять в следующем году зарплату медсестрам на 36%. Такие планы Новосибирского ФОМСа одобрили в областном правительстве. Работу среднего медперсонала региона высоко оценили на уровне страны. Сегодня подвели итоги всероссийского конкурса среди медицинских работников. Кто стал лучшим? Об этом Наталья Цопина. Этот малыш уже большой, 1,5 килограмма, или, как говорят в этом отделении, 1500 граммов. И каждый грамм на вес золота. Для недоношенных главное не медицинские манипуляции, а тепло. Нужную температуру оборудование может поддерживать само. А вот тепла душевного с избытком у медицинских сестер. Я вообще считаю, что наше отделение уникальное само по себе, потому что мы видим, как на наших глазах растет маленький человек. Надежда Филимонова пришла в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, когда оно только открывалось, 20 лет назад. Сегодня медсестре вручает благодарность Министерства здравоохранения. На сцене она среди призеров всероссийского конкурса средних медицинских работников. Здесь и те, кто стал лучшим на региональном этапе, и те, чьи успехи отметили на уровне страны. На всероссийском конкурсе, если у нас 2 года тому назад были первые места, то в этом году очень значительное прибыло людей, специалистов со всей России. Мы заняли 2-е место во всероссийском конкурсе. Номинация «Акушерское дело» у нас дома Евгения Васильевна заняла. Уровень подготовки поднимают с помощью сестринского сообщества. В ассоциацию входят больше 10 тысяч человек. Регулярно проводят научно-практические конференции, выездные мастер-классы, семинары. Медсестры отмечают, учиться приходится все время. В медучреждения приходят новые технологии. Инновации, аппаратура новая, компьютеризация полнейшая. У нас аппарат ЭКГ вообще нажал раз и все написал кнопочки. Огромное изменение по сравнению, конечно, с тем, что мы пришли. Да и на конкурсах профмастерства главное не победа, обмен опытом, уверяют медики. Во-первых, понимаешь, насколько ты вырос и что ты можешь преподнести и показать нашим медицинским сестрам, что действительно мы очень большое, огромное дело доброе делаем, да, которое нужно, необходимо и нам, и окружающим, и нашим пациентам в первую очередь, конечно. В регионе начала работать программа «Земский доктор». В селах появляется все больше молодых специалистов. Победителей из районов области много. Именно на них, лучших в профессии, будет равняться молодежь. Наталья Цопина, Антон Мамаев, Новости ОТС. И на этом у меня все. Итоги дня в 20:30 подведет Иван Кудинов. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.